Всем привет. В общем, решил купить себе печеньку. Зашел в магазин, в Перекресток. Вроде бы всегда все было нормально там, но сегодня подошел на кассу самообслуживания. Касса была, ну, изначально, то есть я забил все покупки, было видно. Вот, но когда я оплатил покупку, мне вышел чек. Вот, от которого я, кстати, не отказывался. Ну, в общем, вышел чек. И там была такая веселая вещь, интересная. В общем, в чеке было следующее. Вот этой позиции я не покупал. Ну, то есть они добавили одну позицию, помимо чека, за которую я платил. Ну, соответственно, я сделал возврат этих денежек на кассе. Но если бы я это не заметил в чеке, я так бы и ушел. Ну, в общем, получается, лучше проверять чеки. Лучше, чем платить дороже. Пока они там вроде бы впихнули слойку за 50 рублей, там 49 рублей. А дальше неизвестно, что будут впихать. Может быть, какую-нибудь шоколадку акционную по 300. Запросто. В общем, проверяйте чеки, не отходя от кассы.